Снова в мир вторгается зло. Где ты, Скричер, время пришло пробудиться. Будем биться. Как нам в батле храбрыми быть? Скричер, диски где раздобыть? В мире этом дай ответ нам. Дикий ветропоток ревет. Скричер, пламени магнушон. Взрыв энергии не померкнет на пути. Дикий солнечный заряд. Скричер, молнии разряд. Это время тьму развеять, мир спасти. Давайте, скричеры, вперед. Пусть смелость нас не подведет. В битву эту за планету сердце нас зовет. Своих друзей мы соберем. Имени скричеров найдем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. И если будем вместе в битве честной, этот мир спасем. Дикие скричеры. Новая встреча со странным доктором. В предыдущей серии, не сумев связаться с отцом, Яша ночью отправилась обратно в Санлайт-Сити, но застала ужасную сцену. Там она встретила Рафа, решив, что он разрушил арену, захотела отомстить, но проиграла. К счастью, Яши спасли Ринга и Ксандер. Друзья возвращаются на базу, а Джансен рассказывает о ядре Арканы. Вообще-то я стучал, но ты меня не слышал, Ринга. Когда чистишь зубы, закрывай кран, чтобы не тратить воду. Глаз Арканы выдал предупреждение. Извини, я просто так замечтался. Так вот почему ты улыбаешься. А? Ты все не так понял. И вообще, выметайтесь. О, ну вот, теперь мои мечты разбиты. Ринга! А? Ну чего тебе, Ксандер? Внимание, трата ресурсов. Нужно набрать в раковину воды и уже потом умываться. Так ты сэкономишь воду. Понял. Потом воду из раковины можно использовать для мытья полов. А, вот так? Ну теперь-то что? Джансен зовет нас в зал на собрание. Срочно. Эй, Ринго, я тут встал пораньше и услышал, что глаз Арканы на тебя ругается. Что случилось? Этот ваш глаз Арканы слишком строгий. Ни зубы не почистить, ни лицо не помыть. А почему же? Потому что воду нужно использовать повторно и расходовать экономно. Вода – ценный ресурс. Вот, посмотрите. Компания «Новая энергия» разработала бесконечное разнообразие источников энергии, которые обеспечат будущее нашей планеты. А продолжение будет? Это что, просто реклама? Ринго, будь повнимательнее. В ролике есть кое-что важное. Да я всегда внимателен. Энергетическая компания ищет новые источники энергии, но при этом ведет себя очень подозрительно. Это он! Осьминог! Это он! Он воровал солнечную энергию! Я помню! С ним были теневые гиганты! Точно такие же, как у Рафа! Получается, что доктор работает на энергетическую компанию и как-то связан с Рафом. С Рафом и Абаддоном! Они принесли Земле столько зла!
Джансон, мы должны докопаться до правды. Я не виноват! Я ничего такого не делал! Послушайте, это не сигнал о расходе ресурсов. А? О нет, глаз Арканы заметил энергетический кризис. Это же лес около Баттл-Сити. Идем. Джансон, я слышу крики птиц. Они как будто зовут на помощь. А? Где? Плеск воды. У реки! О? Что с ними случилось? В этих птицах много тяжелых металлов. Что? Но ведь птицы не железные. Откуда в них взялись металлы? Из загрязненной воды, которую пили несчастные птицы. Обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов. Ясно. Эта река отравлена. Яша, скорее используй мои навыки, чтобы их очистить. Скричер, трансформация! Кувырок-трансформация! Очищение светом! Надеюсь, они снова смогут летать. Я могу облегчить симптомы, но не вывести из тела металл. На базе есть больше возможностей для лечения. Обнаружено множество животных, которым срочно требуется врачебная помощь. Столько животных отравились! Это кризис. Эрсковик, Мамонт и я направимся на поиски отравленных животных. А вы найдите источник загрязнения на реке. Ладно! Доктор Холмс, хватит играть в догонялки! Отдайте свои наработки! А? Это она догоняет нас! Давай, поторопись! Доктор, я исследовательский скричер, а не боевой! А я говорил тебе бегать трусцой! Значит, мы оба обречены! Доктор, я засек в лесу железную руду, целую жилу! Здесь может пригодиться твой магнетизм! Вперед! Понял! Он куда-то свернул. Ты хочешь сойти за умного, а так себя ведешь. Ладно, настроение у меня хорошее, я готова поиграть. Сандер, как же вода воняет! Это значит, мы приблизились к источнику загрязнения. Посмотрите! А? Это шахта! Но почему она так загрязнила реку? Отравление породы для добычи полезных ископаемых, частицы металла распадаются и проникают в почву. Оттуда тяжелые металлы, такие как свинец и ртуть, попадают в речную воду. Выходит, вниз по течению река тоже отравлена. И опять виновата энергетическая компания! А?
Кто это? О, доктор Осьминог вернулся. Это ты! Ты вор! О, я не вор! Я всего лишь самый гениальный ученый в этой вселенной! Это так! А я помощник гениального ученого! Я Скричер по имени Айронайп! О, Скричер? Получается, ты тоже Скричер-гонщик? Конечно! Айронайп обладает потрясающим магнетизмом, но вообще он исследовательский Скричер! Кстати, я забыл о самом важном. Ксандер, Ринго, наконец-то я вас нашел. О! Наконец-то? Я искал вас. Я должен сказать вам кое-что важное. Ты серьезно или это глупая шутка? Давай, рассказывай, что ты задумал. О, берегись! Это Веном Лизард. Не говори, что это тоже Скричер. Противник использует Веном Лизард. Похоже, ему стерли память. Ксандер, Ринго и маленькая девочка. Выполнить задание Абадона оказывается так просто. Мани, ты не сможешь украсть у меня данные об энергии. Ксандер и Скричеры меня защитят. Да? Защитят тебя? Да! Мы еще не договорились с тобой. А? Так ты слуга Абадона? Ха. Меня зовут Мани, ребята. И я хорошо позабочусь о ваших Скричерах. А? Послушай, тетенька, тебя мама не учила, что зариться на чужие вещи нельзя? Тетенька? Какая я тебе тетенька? Вы сами напросились! Трансформация! Да, босс, как прикажете. Ха! А я тебя не боюсь. Ах, вот как? Решим все батлом! Ксандер, тогда мы тоже участвуем в батле. Угу. Скричер трансформация! Вперед, трансформация! Hellfire Tiger! Mistake Eagle! Sunboy Stack! Ты ведь исследовательский Скричер, поэтому в бою нам делать нечего. Давай лучше спрячемся. Веном Лизард, поймай этих трех Скричеров своим хвостом! Скричер Веном Лизард связан с энергией топлива. Умеет выслеживать, прятаться и нападать из засады. Его слабость — тонкая броня. А, я знаю, как ее победить. Ах, вы негодники. Скричер-трансформация! Дуэрок-трансформация! Веном-Лизард! Туманный мираж! Откуда этот туман?
Смотрите, доктор Холмс! Скричер-гонщики попали в ловушку «Мираж»! Ну вот, придется им помочь. О! В таком плотном тумане не видно, где находятся наши противники. Ха-ха-ха! Познакомьтесь с моим туманным «Миражом»! Веном Лизард! Неси-ка их, скричеров, сюда! Ха! Нашла чем пугать! Что мне какой-то туман? Ринго, думай головой. Да, братик, ты что-то придумал? Да! Hellfire Tiger, попробуй попасть в Venom Lizard своей энергией недр земли. Sunblaze Tag, а ты просветишь туман лучами энергии солнца и найдешь выход. Будет сделано! Разлом земли! Солнечные рога! Туман слишком густой. Наши мощные атаки ничего не дали. Ха! Вы надеялись, что моя иллюзия так легко развеется? Ха! Ну и глупые. А? Ксандер, Sunblaze Tag и Hellfire Tiger не справились. Что же нам делать? Пусть Airstrike Eagle поднимет ветер и попробует разогнать туман. Airstrike Eagle, разгони туман. Будет сделано. Не сомневайся. Удар ветра! А теперь моя очередь! А? Бежим! А это еще что? Замрите все! Ложитесь! Что нам делать? Она нас видит, а мы никак не можем ее найти! Железная руда примагничивается. Доктор Холмс, ты говорил, что твой скричер обладает магнетизмом. Да, да. Iron Ape является очень мощным магнитом. Отлично. Доктор Холмс, я сейчас пойду первым, а вы ждите, когда я дам команду. Ринго, давай! Hellfire Tiger! Разлом щиты! Доктор Холмс, делайте щиты из руды при помощи магнетизма. Ага, ага. Скричер, трансформация! Урон, трансформация! Iron Age! Железное безумство! С этими щитами мы можем остановить Веном Лизард, откуда бы он на нас не напал. Попробуй пробить их! Что ты там топчешься? Веном Лизард! Босс, помоги мне! Я не могу сдвинуться с места! Не дай ему уйти! Ребята, полный вперед! Вперед, дикие скричеры! Босс, они вырвались из тумана! Мы потеряли преимущество! Отступаем! Но, босс, данные об энергии все еще у доктора Холмса! У меня есть дела поважнее, я ухожу. Но в следующий раз вы так легко не отделаетесь! Ух ты! А наша стратегия сработала! Это все Ксандр придумал.
Да, Ксандр, ты очень и очень крутой. Да ладно вам. Теперь давайте расчистим это место. Ага. Река снова стала чистой. Ого! Айрон Эйб, ты справился! Я примагнитил к себе все тяжелые металлы, которые отравляли воду. Ха-ха! А ведь это я все придумал. Сегодня я скажу тебе спасибо, хоть ты все же и вор. Милая девочка, я же говорил, что я не вор. Произошло недопонимание. Как это? Тогда давай объясни нам, как возникло это недопонимание. Это долгая история. Переведено и озвучено Straight Pro в 2022 году. Роли дублировали Леон Автаев, Тихон Ефименко, Анастасия Филимонова, Ярослав Горнаев, Ислам Гамджаев, Петр Коврижных, Александра Курагина, Артем Затиев, Максим Якимов.